Программа поддержки местных инициатив – это механизм, позволяющий решать отдельные социальные вопросы местного уровня при непосредственном участии населения в подготовке инициатив, софинансировании их, контролем за ходом реализации проектов. На протяжении нескольких лет на территории Кашхабского района активно реализуется программа «Бюджетное инициирование», в рамках которой удалось решить немало социально значимых проблем. Так, недавно в Личепсинском сельском поселении по данной программе на пересечении улиц Северной и Карла Маркса появилась новая детская игровая площадка. Для маленьких жителей установлены качели, горка, карусель. По программе бюджетного инициирования в данном месте реализован проект по благоустройству детской игровой площадки. Работы выполнены ООО «Юниторг». Стоимость проекта составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Работы выполнены качественно и в срок. В дальнейшем на площадке будет установлено ограждение, установлены скамейки. Электрическая подстанция будет перенесена на другую сторону. Необходимость обустройства площадки в данном месте обусловлена была тем, что в данном районе проживает большое количество детей. Как отметил заместитель главы поселения, работы по благоустройству площадки будут продолжены. А мы, в свою очередь, пожелаем деткам интересного и веселого времяпрепровождения на новой детской площадке.